Добрый день, дорогие подписчики. Сегодня у нас на видеообзоре крутые санки коляски фирмы Ника. Моделька называется 7.5. Это новинка этого года. Всевозможные расцветки можете посмотреть на нашем сайте. Сейчас мы с вами разберем именно вот этот цвет. Давайте посмотрим поподробнее. Козыречка опускается максимально вниз. Здесь у вас есть смотровое окошко. Вы можете в любой момент подглядывать за своим малышом. Светоотражатели есть. Дождевик у вас очень длинный, крепится по бокам, вот, чтобы ребенку не надуло. Также можете отстегнуть дождевик и закрепить уже его сверху, чтобы ребенок, наоборот, дышал свежим воздухом. Если дождевик вообще не нужен, отстегивайте его полностью. Что обновленного в этих саночках, сейчас я вам покажу и объясню. Смотрите, это накидка на ножки. Она у вас стала совсем другая. Она стала овальная, не квадратная, как у всех, а именно овальная. Плюс она отстегивается полностью по кругу. То есть, если в предыдущих модельках она отстегивалась с двух сторон, здесь у вас полностью круговая отстежка. В принципе, тоже очень-очень удобно. Но то, что я всегда всем проговариваю, липучка. И под сиденьем липучка, ноги кладем в тепло, залепляем, чтобы ребенку уже нигде не надул ветер. Можно сделать отворот, чтобы ребенку было более тепло, и он спал. Все крепится здесь на липучке, а внутри на клепочке. Внутри также есть очень теплый мягкий матрасик, пятиточные ремни безопасности, накладки на плечики и межпаховая накладочка у вас также присутствует. Здесь утеплители есть, непродуваемый материал, ребенок у вас не замерзнет. Подножка у вас просиликоненная, если вдруг запачкаете, все легко протирается. Поднимается при помощи обычной железяки раз положение. Вот второе положение и полностью вниз третье. Три положения у вас здесь. Также в комплекте есть сумка для мамы. Очень большая, вместительная и удобная. И в комплекте у вас идет муфта. Не варежки, а именно муфта. Сейчас покажу. Смотрите, тоже очень красиво и эстетично выполненная, теплая. Спинка у вас механическая. Здесь натягиваете рычажочек и поднимаете. Три положения спинки у вас идет. Полностью лежачий есть. Данные санки рассчитаны с 6 месяцев и до 3 лет. Но многие сейчас покупают их вообще с рождения. Что касается колес. Эти колеса прорезинены. Эти колеса Ева-пена, вздутая резина, мягкие, гнущиеся. На полозе переходит легко. Все при помощи вот этой черной педальки. Поднимаем ее наверх. Санки падают, вы их автоматически фиксируете. Педальку опять черную наверх, нажали, расфиксировали. Ничего сложного нету. Дело привычки. Что касается перекидывания ручки. Снимаем два клапана по бокам. Перекидываем ручку вперед. И снизу обязательно фиксируем. Сейчас фиксируем. То, что мы всем всегда проговариваем, в таком состоянии на паре прикреска заезжать ни в коем случае нельзя. То есть вот так мы с вами не делаем. Ставим ножку, нажимаем и заезжаем. Потому что у вас вся ручка держится буквально при помощи вот этого пластика, он может сломаться. В этом состоянии вы делаете все, что хотите, потому что здесь у вас уже идет усиление в раме, двойная рама. Что касается складывания данных саночек. Смотрите, делаете положение лежа, опускаете спинки еще ниже, то есть выходите прямо за уровень, поднимаете два клапана спереди, и ваши саночки сами падают. Убираем, собираем. И еще что хотела отметить, у Ники почти у всех есть механизм, как сказать, складывания. То есть, чтобы в машине они у вас, если что, не разложились. Здесь вы их можете зафиксировать. Разбираем, тоже легко и просто. Обязательно придерживаем ногой, поднимаем, они у вас разбираются. Все, ваши санки готовы к эксплуатации. Мы ждем вас за покупками в ваш любимый магазин коляски. Все. Весь ассортимент можете посмотреть на нашем сайте, либо оформить рассрочку прямо там. Спешите.